Вот диваны, которые продаются на России. Получается $389, да? Поправьте, если я не права. $151. $279. А только чтобы раскладывалось, там был storage. Нажимаешь на кнопочку, чтобы выдвигалось. Есть такое? Как-то это не мягко. Как-то у вас не мягко. Плоско. Ну, это вообще некрасиво. $104. Кто-то такое говно купит. Да, я не вижу, чтобы у вас, знаете, можно было вставить свой телефон, зарядка, он заряжался. Не вижу, чтобы сторидж был, чтобы можно было туда второй матрас положить. Да. Ладно, пойду покажу вам, что у нас продается. Видите, какие мягкие у нас подушечки. Более мягкие, чем ваш. Вот такие вот возвышенные. Вот таких я не заметила у вас. Тут ставятся такие. Вот туда можно чашечку поставить. И они раскладываются, как в машине. Она это качалка, ноги выдвигаются. Вот этого я тоже у вас не видела. Цветов много. Кстати, у вас были цвета, нет? Вот, например. Я не вижу тут никакого цвета. Вот это что ли цвет? Не знаю. Не вижу, чтобы цвет был показан. А у нас везде цвета показаны. Видите, сколько цветов. Значит, такое короткое видео вставляется. Видите, а вот тут зарядка, видите, сбоку. Телефон можно заряжать. Это все цвета. Видите, storage. $355. Я тоже у вас такого не видела. Комплектики. Пум-пум-пум-пум-пум. Классно. Как в самолете. Вот видите, зарядка.